Приступаем к вязанию носков. Для вязания носков я буду использовать эластановую нить. Эту эластановую нить вы можете приобрести в магазине City of Yarn. В качестве основной нити, хотя здесь сложно сказать, какая основная, пожалуй, основные обе. В качестве основной нити у меня 100% козий пух. Начинаем с резинки 2 на 2, резинка промышленная. В положении H устанавливаем обе игольницы, плотность набора 0,0. Придерживаем для набора обе нити, чтобы не было расслоения. Эластановая нить не проходит у меня через тарелочки нитеводителя. После провязывания кругового ряда выполняем сдвиг игольницы на один игольный шаг влево. И на плотности 2,2 вяжем 60 рядов. Провязав 60 рядов, выполняем сдвиг игольницы на P и переносим все петли с нижней игольницы наверх. Это очень удобно сделать при помощи краба Shadow Lace 2. Такой краб можно приобрести в интернет-магазине «Швейный мир». А воспользовавшись промокодом Lorraine, можно получить скидку на эту покупку. Далее на плотности 5 продолжим вязание носка. Я продолжу вязание носка с эластановой нитью. Выберите рисунок, который вам нравится. Провяжем 60 рядов ажурного рисунка. Как видите, эластановая нить абсолютно не мешает вязанию ажура. Зато носок будет безупречно держать форму. Приступаем к выполнению пяточки. Разделите вязание на две части. Выдвигайте поочередно в каждом втором ряду иглы во нерабочее положение до тех пор, пока по центру не останется десять петель. Я все так же продолжаю вязать с эластановой нитью. Обязательно выполняем обвив каждой иглы. После того, как осталось 10 игл, начинаем вводить иглы в рабочее положение. Продолжаем выполнять обвив каждой иглы. Мой носок выполняется на длину стопы 24. А благодаря эластену он останется и тонким, и в то же время приобретет дополнительную прочность. Для того, чтобы продолжить ажурный рисунок, нужно ввести все иглы в B-положении. А вот наша сформированная пятка. И на пятку необходимо навесить груз для хорошей оттяжки.
необходимо ввести иглы в положение B для любых машин, на чем бы вы ни вязали, на Toyota, Silver или Brazzer. Для продолжения вязания носка мне нужно, чтобы ажурный рисунок выполнялся только с левой стороны. С правой стороны на стопе вязалась гладь. Для этого нам нужно запрограммировать машину так, чтобы она вязала ажур только слева. Должен быть выбран селектор 2. Нажимаем степ. Еще раз степ. Мы видим номер рисунка. Мы видим первый ряд рисунка. Всего 60 рядов раппорт рисунка. Теперь нам нужно с вами сделать переустановки. Нажимаем на желтую кнопку Position. Выбираем 32. Еще раз степ. Еще раз желтая 32. Еще раз степ. Выбираем зеленую кнопку. И 1. Нажимаем степ. И продолжаем. Теперь у нас считываются только для рисунка иглы левой части. И мы продолжаем выполнение носка. И вяжем его только слева. Вяжем прямо еще 60 рядов. Итак, мы провязали 60 рядов, и самое время приступить к выполнению мыска. Для выполнения мыска каретку переводим справа налево. Каретка в положении частичного вязания. Аналогично, как мы работали с пяткой, точно так же выполняем носок, только в противоположном направлении. Делим пополам вязание и начинаем в каждом втором ряду по одной петле выводить иглы в ПНП. А когда в работе останется 10 игл, будем вводить иглы в переднее нерабочее положение. То есть с левой стороны произведем все те же самые действия, которые выполняли для пят. После чего оставшиеся петли вместе с иглами в ПНП провяжем одним сглаживающим рядом и переведем на бросовую нить для последующего выполнения петельного шва. После того, как носок выполнен, смотрите, какой красивый рельефный, отключаем рычаг частичного переплетения, провязываем сглаживающий ряд. Рабочую нить вставляем подлиннее, чтобы можно было использовать ее для выполнения петельного шва. И переносим петли на бросовую нить. Носок освобождаем от грузов. Вот какая красота получилась. Петельным швом собираем носок и выполняем красивый невидимый боковой шов. Второй носок вяжем аналогично в зеркальном отображении.